Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я начинаю проходить игру The Walking Dead The Final Season. Долго разглагольствовать я не буду, поэтому перейдем сразу к прохождению игры. События первых сезонов, честно говоря, я уже подзабыл, поэтому постараемся напомнить себе по ходу игры. Последнее, что я запомнил, это как Клементина, Кенни и Эй-Джей добирались до Веллингтона. Но я зачем-то выбрал остаться в Веллингтоне и бросить Кенни. По-моему, на этом и закончилась серия. Ну что ж, давайте узнаем, что будет дальше. Первый эпизод называется «Хватит убегать». Поехали! Когда мертвые начали ходить по земле, мне было мало лет, я была одна. Пока однажды меня не стал оберегать и защищать человек по имени Ли. Это я помню. О, это же Карли и Даг. Ли защищал и других людей. Но не всех удавалось спасти. Мне предлагают вспомнить, что я делал в предыдущих сериях. Так, а кого же я спас? Я не помню. По-моему, я спас Карли. Да, пускай будет Карли. Всех спасти невозможно. Живые были не менее опасны, чем мертвые. О, это же Лили. Женщина из нашей группы Лили потеряла своего отца. Ей было тяжело с этим смириться. Блин, да, я помню это. Она убила того, чью жизнь спасли. Что я сделал, я не помню. Так, если освежить события, у Лили погиб отец. Она психанула и зачем-то застрелила Карли. И да, по-моему, я ее оставил. Мы бросили Лили. Ли бросил ее на обочине дороги. Ли научил меня, как выживать. Он защищал меня, пока мог. Но его укусили. Из-за меня. До сих пор я помню все, чему учил меня Ли. Я не помню. Так, ладно, мне стыдно признавать, но я посмотрел свое старое видео, и я предложил ей всегда носить короткую стрижку. Поэтому выбираю последний вариант. Стриги волосы покороче, это может спасти тебе жизнь. Ли был обречен. Он знал, что это конец. И он обратился с последней просьбой. Я не предлагал убить его. Не-не-не, она ушла. Блин, нажмите А, чтобы продолжить. Ну, надеюсь, она не застрелит его. Да, он попросил бросить его. И я это сделала. Потом я встретила другую группу. Несчастные люди, бегущие от своего прошлого. В ней была женщина, родившая мальчика по имени Элвин-младший. Эй-Джей. Он выжил. А его мать нет. Ребекка. Блин, я помню это. И я начала заботиться о нем. Но затем Джейн бросила Эй-Джея. Мы думали, что ребенок погиб. Это стало последней каплей для Кенни. Ли не было с нами, поэтому принимать решение пришлось мне. Да, здесь, по-моему, я ни в кого не стрелял, и он убил ее. Я не смогла. И Кенни убил Джейн. Оказалось, что Эй-Джей жив. Джейн спрятала его, чтобы... Не успел прочитать. Я не успел прочитать, что там было. Я все равно решила, что нам лучше держаться вместе. Ради Эй-Джея. Но, как всегда, вместе мы пробыли недолго. Эй-Джей и я отправились на базу нового рубежа. Казалось, мы нашли постоянное жилище. Но я снова ошибалась. Они забрали Эй-Джея у меня. Сказали, что я слишком юна, чтобы заботиться о нем. Там я, по-моему, пытался его выкрасть, медикаменты. Я подумала, может, они были правы, я попрощалась. Позже я пожалела об этом. Я провела в поисках много времени. И когда я отчаялась, я нашла его. О, нифига, малый вырос. Теперь мы ищем вместе место, которое стало бы нашим домом. У Эй-Джея есть только я. А у меня есть только Эй-Джей. И я отдам жизнь за него. Как Ли отдал жизнь за меня. Да ладно! Телтейл, только не говорите, что мне придется убить Клементину в конце. Ключевое значение в этой серии игры имеет сделанный выбор. Сюжет развивается в зависимости от действий игрока.
Ну что, поехали. О, вроде красивенько стало. Но, по-моему, слишком громко. О. Эй, где экшен? Блин, графон не поменялся с того самого первого сезона. Ну? Так, секунду. Мне нужно было немного убавить игру. Это же клемка. Да ладно. Уже такая взрослая. И сама за рулем гоняет. Эллест. Используйте, чтобы настроить зеркало заднего вида. О, привет, Эй-Джей. Че, еще ниже? Мне и так видно было. Малой играет с револьвером. Нифига, малой. Ему уже лет 6-7. Что делаешь, растяпа? Представляю, что у нас еще есть патрон. Офигеть, он уже болтает. Перестань, на нервы действует. Сколько ей уже лет получается? Не зови меня растяпой. О, мне же выбор надо делать. Может, тогда засранец? Нет. Это грубо. Но ты же угораешь, значит, прикольно. Это ты засранка. У него волосы стали так реально шевелиться. Че, пацан, пресс? Подкачал. Что такое? Эй-Джей? Hungry. Есть хочу. А он похож чем-то на Ребекку. И на этого типа, который был у него отцом. Блин, не помню, как его звали. Элвин. А, шевелить правым стиком. Используйте стик, чтобы шевелить башкой. Так, что бы ему дать? Игрушку, либо журнал. Для игрушки он малой, наверное, уже. Вернее, взрослый. На, вот, упражняйся-ка в чтении. Но я не хочу. Зато отвлечешься от своего желудка. Разогревать. Налить в кастрюлю сливки. А там пройду. Блин, офигеть, сколько ей лет реально, она не изменилась, и он так вырос. А, впрочем, забудь. Ты так еще больше проголодаешься. Так, а это что у нас? Печеньки же есть, вот, пускай поест. Держи, все, что осталось. Найдем еще. Там нифига нет, а как же ты? Налетай. Найдем что-нибудь еще, я так и сказал. Мы по-любому что-нибудь найдем. Я тебе верю. Она играет в роли такого Ли в юбке. Получается, что... Теперь я в роли Клементины буду защищать малого Эй-Джея. Так, по-моему, уже немножко темнеет, да? А куда вы направляетесь? Вы же в городе были, по-моему. Какой-то маслкар надыбали. И? Куда мы приехали? Ты знаешь это место, нет? We gonna do it? Мы рискнем? Think so. Думаю, да. Looks clear. Похоже, все чисто. Крутая какая стала. We're doing it. У нас получится. А ее Джейджи учила колоть. Она же все умеет, конечно. Блин, она вообще не изменилась. Друг, позвони в колокол, не входить. Там на русском было написано. Че у тебя есть? Мы, конечно же, берем. Блин, прикол, игрушка. Монтировка, фляга. Давай монтировку по-любому берем. Оружие нам не повредит. Фляга. Монтировка на случай, если что-то, что-то там пойдет не так впереди. Фляга, там вода есть, нет? Ну, можно наполнить. Вода нам тоже не помешает. Уже несколько дней не пила чистую воду. Ну, давай взглянем на игрушку. Что, игрушек столько вокруг? А что за игрушка была? Ладно, пока не буду вдаваться в подробности. Поехали. Попробуем разведать местность. Это что, Камара? Блин, даже понятия не имею, что это за тачка. Друг, позвони в колокол, не входите. Найдите еду. Пойдем поищем еду. Блин, сейчас получится, как в тот раз, когда мы с... Блин, не помню, как их зовут. Кейт, Гейбл и еще кто-то. Мы также пробрались куда-то и взяли чужое. А нам потом за это ввалили. Ух ты. Это что это за место?
Это поезд. Давай прочитаем. Friendly, ring друг, the bell. Позвони в колокол. Только звонить не вздумай. Что это значит? It means the people here это значит, shoot что first. Здесь сначала стреляют, а потом... Что потом? Я не успел. Ладно, не буду читать еще раз, поэтому пойдем прямо. Она вроде так повзрослела, но она такая же мелкая, как и была. Что, в смысле, я хотел сюда посмотреть. А, я теперь могу как от третьего лица ходить? Нифига себе прикол. Эй, Джей, ты там следи за обстановкой, ладно? У тебя ж пушка есть. Кто ворочается? Надеюсь, на меня никто не нападет. Ни сбоку, ни сзади. Так, а опознавательных никаких знаков нету? Типа, может быть, банды там... Знак банды. Эй! Здравствуйте! AJ, не приближайся! AJ, stay back! Нажмите B, чтобы оглушить, и Y, чтобы убить. Ну, давай попробуем. B. На, по ноге! Y, убить! На тебе! Прям в котелок! Ништяк! Боевку новую ввели. С ним покончено. Ты как там? Я в порядке, укусов нет. Конечно, нет, ты там сидел в уголке. Теперь идем туда. Че, малой, теперь ты вперед. О, качельки, нифига себе. Смотри, он качаться сейчас пойдет. Удерживайте РБ для бега. Ну, давай попробуем. Смотри-ка, носится. А можно обзор как-то подальше сделать? Мне как-то не очень удобно. Ну ладно, пусть будет так. Так, подожди. Я хочу здесь осмотреться, где он сидел. Может быть, что-то интересное есть. Кто-то ворочается, мне кажется, здесь. Да елки-палки, это просто птицы, наверное. Ладно. Взглянуть на сад. Тех, кто все это выращивал, уже давно нет. Ты уверена? А то сейчас как вылезут нафиг. Так, а здесь что? Эй, а я не могу подняться сюда? А, могу. Пойдем глянем, что там в мусорке. Осмотреть бочку. Ну? Там даже воды нету, да? Ладно, убедила. Так, а можно глянуть, что там внутри? Отсюда, кстати, не видно. Непонятно. Ладно, рисковать так... Рисковать, выпить воду. Да нет, конечно, там... Там воды-то не осталось. Она откуда с крыши стекает. С крыши и... Хм. А может быть, она питьевая, кто знает. Ладно, пока не буду. Попить ты всегда успеешь. Так, там что-то есть. На столе. Ладно, подожди, пока в дом входить, осмотримся. И пойдем в дом. Что, малец, покатать тебя? Посмотреть качели из шины. Ловушка для монстров? Это не ловушка. На этом качается. Малой даже не знает, что на ней качаться можно. Это весело. Естественно, забираешься в шину, тебя толкают, и ты подлетаешь очень высоко. Он же вырос в этом мире, он не знает старого. Я хочу попробовать. Ты катайся. Сперва все здесь проверим. Окей. Ну что, ты не будешь качаться? Попробуем второй раз. По-моему, надежно. Давай. Не хочет. Блин, Клементина показала бы ему, как кататься на качельках. Ладно, погнали. Блин, домик-то такой неплохой. Можно было бы здесь остановиться. Все огорожено так неплохо. Откуда здесь поезда? Это, может, и не в домик, может, это вокзал? Ух ты, оленьи череп. Что это за звук? Мне одному показалось. Блин, как будто по забору кто-то... чем-то водит. Какая-то черепулька. Взять череп оленя. Это что, типа достижений? Интересно. А нафига тебе череп оленя? Клементина, ты начала коллекционировать? Подойдет для украшения капота. В смысле? Я что, еще и тачку буду здесь обделывать? Прям Макс Пейн какой-то. Она следит за волосами, кстати. Я же ей рекомендовал. Почему у нее все растрепанные? Хотя нет, резинку завязала. И кепка та же самая. Блин, а в чем она вообще? Какая-то толстовка, джинсовка. Вся грязная, чумазая, рюкзачок какой-то потертый.
Блин, Клейма, не следишь ты совсем. А малой-то хоть тепло одет? Тепло. Пойдем, короче, разбираться в дом. Блин, интересно, что нас там ждет? Ага, нас там ждет закрытая дверь. Отлично. Давай ломать. Не зря же гвоздодер брали. Так, одновременно нажмите левый стик и X. Влево X. Давай, давай, давай. Это было просто. Ну что, готов, малец? Что мы делаем в незнакомом месте? Слушаем, нет ли монстров? А потом? Давай, ты же помнишь. Мы? Всегда можно промолчать. Мы? Давай проверим окна. Правильно. Эй, Джей все подмечает. Ну, он как Клементина будет учиться на ходу. Блин, как некачественно сделаны обои. Ну, хотя антураж мне всегда нравился. Да ладно, связанный, смотри-ка. Монстры. Связали себя? They can't get us? Им до нас не добраться? Надо проверить. Может, косануть их? No, they can't. Малой сразу такой спокойный попёр куда-то. Кем он станет, зависит от вас. Окна все заколочены. Тут заперто. Бронированная дверь. Эту не выломать. Я знаю, ты голоден. Я тоже. Мы что-нибудь найдем. Отвечаю. Ладно, там было написано «обещаю». Что, порыскаем? Может быть, что-то найдем? Да, это вокзал. Проберитесь в кассу. Может быть, здесь на столе что-то есть интересное? Нет, тут какие-то банки с краской, наверное. Ребята, почему вы здесь сидите? Чтобы смотреть за кем-то? Так, быстро осмотреться. Дыра целая, нифига себе. Так, а здесь воды нету, случайно? Да, конечно, нету. Откуда там вода? Откуда вода в питьевом кранчике спустя? Это было бы слишком просто, да? Сколько лет вообще прошло, по идее, после того случая? Эйджей уже болтает вовсю. Вообще, в принципе, после того, как все произошло, когда стали появляться первые ходячие, давай-ка взглянем. Прошло уже, наверное, лет 50. Да не, шучу, конечно, но, блин, уже много очень времени прошло, чтобы надеяться, что в фонтанчике вода есть. Ключ. Мне так просто ключ не дадут. Ну уж нет. Блин, не знаю. Наверное, не стоит их трогать пока. Это что? Записка, яд. Они что, отравиться пытались? Давай-ка прочитаем. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Это было наше решение. И все? Ну ладно, давай посмотрим на яд. Интересно, они пытались отравиться или они просто завязались? Они сдались? Они хотели покинуть этот мир вместе. Ну да, скорее всего, они отравились ядом и погибли. А у нас будет дом? Посмотрим. Какой у вас будет дом, ребята? В этом мире дома уже не будет. Мы берем ключ? Это опасно. Может, есть какой-то другой путь? Let's look around. Поглядим вокруг. Let's be smart. Включим мозги. That's right. Правильно. А помнишь, Клементина, как-то раз ты тоже оказалась в закрытом вокзале? Тебе нужно было попасть в кассу? И только не говори, что мне придется Эйджея в эту дырку пихать. Давай посмотрим, что у нас на столе. Они любили поесть. Это была их последняя трапеза. Ну, по ним не скажешь, они какие-то худоватые. Ладно, изучить банку. Может быть, там что-то есть? Beans. Бобы! Homemade. Они их сами законсервировали. Возможно, там, откуда их взяли, есть еще. А, выглядит многообещающе. Так, а я еще могу с Эйджеем поболтать, да? Блин, такой здоровый уже стал. Так, а что у нас еще есть? По-быстрому углянуть. Туда я не могу пройти. Не могу. И сюда я тоже не могу пока пройти. Ладно, пойдем поболтаем с Эйджеем. Голодаешь? Может, тебе бобов сразу дать? Ты ж печенек налопался. В смысле?
Да, поболтали вы от души. Давай-ка взглянем сюда. Так, взглянуть на окно кассы. Там по-любому кто-то есть. Слишком узко не пролезть. Ну, мне. Ключ или окно. Вариантов два. Давай просто вырубим их, заберем ключ и откроем. Тут темно. Нужно убить монстров. Они не люди. Фига малец, блин, вообще соображает. Раньше они были людьми, и будучи людьми, они попросили, чтобы их оставили в покое. Так что лучше? Блин, вот начинается вот эта человечность, либо бесчеловечность. Что делать? Я не знаю. С одной стороны, да, их жалко, как бы они ходячие, но они были людьми и просили оставить их в покое. Но с другой стороны, мы же живые люди, нам как бы тоже выживать надо. Ладно, малец, рисковать тобой я не буду, будем убивать ходячих. I'll get the key. Ну, это неправильно. Хотя спустя столько времени у вас уже, мне кажется, не должно оставаться вот этой добросердечности к ходячим. Так, прицельтесь, используйте правый стик и одновременно нажмите РТ. Прям в глаз. Да ладно, ребят, вы хотя бы мучиться не будете, держи. Ну давай. Сорян, ребят. Блин, еще раз. Давай, вы же любите кровожадность. Все? Вы готовы? Good job. Good job. Нормальный пацан. У нас есть ключ. Ты доволен? Прости, другого варианта не было. Давай посмотрим. Может быть, это не зря мы сделали. Может быть, тут кто-то есть. И было небезопасно запускать сюда Эйджея одного. Чё, малой? Чё там? Я тоже хочу посмотреть. Тут целая комната неплохая такая. Тут уютно было. Может, останемся? We'll see. Посмотрим. No one's here. Тут никого нет. No one's ever anywhere. Никого нет нигде. It's always just monsters. Везде одни монстры. Осталось не так уж много людей. Я с тобой, осторожнее в своих желаниях. Я с тобой. I'm here, kiddo. Я с тобой, малыш. I know. Я знаю. You're saying I'm not Ты же someone? Не считаешь, что я That's никто? Not what I mean. Я не это имел в виду. Не, по факту он прав, в принципе. Если вокруг никого нет, за ними никто не ходит. О, пульку нашел. Нифига ты малой. Just a few. Эйджей отлично стреляет. Remember what we said? Помнишь, мы говорили? You know this. Оставить последнюю пулю для себя, всегда целиться в голову. Всегда Always целиться в голову. Aim for the head. Не будем That's right. на негативе заканчивать. Come on, let's keep Для looking. Себя оставлять пульку There's я не хочу. Наверняка тут есть что-то съедобное, надеюсь. По идее, если они остались вдвоем, и как бы... А где Веллингтон, все вот эти ребята? Ну, если осталось не так много выживших, почему бы не закрепиться в одном месте, не выходить на вылазки? Тут, в принципе-то, немного осматривать. Тут бомбы есть. Консервная банка. Ладно, начнем от двери. И по правой стороне. Последовательность, она никогда не помешает. Взглянуть на матрас. Не самое плохое место для сна. Но тут-то матрас здоровый, хороший. Пусть и штопанный немножко, и, ну, в принципе, выглядит цивильно. И смотри, как камин целый есть. Только надо проверить, чтобы вы не задохнулись. Так, ладно, тут что у нас? Взглянуть на детскую кроватку. Тут был ребенок. Мы не видели ребенка. No. Нет, не видели. Может, поэтому они и сдались? Блин, интересно, а где ребенок, если так посудить? Изучить консервную банку. Ну, мне кажется, она уже все испортилась. Прости, дружок, они уже испортились. Фак. Слышь, пацан, следи за языком. Ты сама звала меня засранцем. Следуй моим советам, а не примеру. Блин, сама себе противоречишь. Look. Смотри. Банка? Huh. А. Что там? Опа, а там погреб. Ты малой, молодец, что заметил. Давай-ка с тобой болтнем. You good? Ты в порядке? Uh-huh. Ага. Just hungry. Просто голоден. Grumbly in your tumbly. Животик урчит? No, Нет, just просто проголодался. Hungry. Ладно, малой, мне кажется, там внизу что-то есть.
Возможно, даже что-то наверняка съедобное. Something under here. Тут что-то есть. А, левый стик. Нифига себе ты, Геракл. Ботинки у тебя крутые. Floor door? Потайная дверь. Yeah. Да. I must have wanted to hide Должно быть, something. Там что-то спрятали. А, нажмите кнопку несколько раз. Погнали. Давай. Нифига себе там еды. Блин, ребята, оставайтесь, вам That's тут хватит на... Сколько тут yeah, всего? Ага, полно. Нам этого на неделю вперед хватит. Да вам это... В смысле граната? Закрывай, быстрей! It's rigged! Бам! Да ну нафиг. Ловушка? Там столько еды было. AJ. Все, хана. Сейчас повылезает это всюду. Нахрена там ловушку делать было? Придурочные. Блин. Мы встряли, малой. Надо дергать отсюда. Монстерс. Па, нифига она. Рембо. Погнали, быстрее. Oh, shoot. Так, надо вернуться в машину. Капец, там столько банок было в натуре. Можно было есть и есть. Опа. Попадос. Ты знаешь, что делать. Держись в стороне и будь моими глазами, пока я расчищаю путь. Давай, малыш, следи. Нифига, он просто к ним рванул. Так, не дайте ходячим навалиться на вас толпой. Что делать? Б. Гасим. Идем. Давай. Теперь тебя. Б. Блин, я еще не разобрался, как правильно играть. Давай, на тебе. Падла. Еще один. Волосатик. Там сзади подходят. Подходят, кажется. Где, мам? Нифига, малой, ты крутой. Красавчик, давай. Я тебе помогу. Хрена себе, с одного удара. С ноги. Давай, быстрей. Все, погнали. Погнали. Дайте мне порулить, я умею. Давай. Ну. Ключами его херачь. Ключами. Раз и... Я не успел. Черт. Прости, Клементина. Ладно, давай попробуем еще раз, Клементинка. Давай. Быстрее, ключами его придется резать. Давай. В этот раз я тебя не подведу. Давай. Так, прям в глаз. Давай еще раз. И во второй. Давай. Ой, ты падла. Ключи спер. Что делаем-то? Давай. Б. Ключи забери. Куда ты без ключей-то? Ёлки-палки, мизинчик ему откусила. Давайте, что-нибудь делайте. Ёлки, а что делать-то? Ключи надо дергать. Как у него ключи-то дернуть? Зачем передача? Ручник давай попробуем сдернуть, может поедет. Давай, ладно, передачу пробуем. А на нейтралку что ты сделал? Что, поехали? Черт, они уже сзади. Малец, давай. Спасибо. Давай, РТ. Так. Оу, держись, могу. Держись. На тебе, падла. Живой? Сзади. Ух ты, падла. Красава. Давай добьем. Срочно. Ай. Надо срочно ключи дергать. О. Да не сильно-то вы разогнались. Ключи. Давай, забирай быстрее. Ёлки-палки. Давай, дергай. Игрик. Давай, Клементинка. Ключи. Прицелиться не могу. Давай, дергай. Все, надо дергать отсюда. Быстрее. Красавица. AJ, пристегнись, и мы погнали. Давай, вперед. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, держу. Давай, малой, стреляй. Ох ты ж, блин, офигеть. Ну а на этом сегодняшнюю вступительную серию, я думаю, закончить. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. Всем пока!